Сейчас мы находимся на Челюскинцев 75, где прямо под окнами дома лежит целая гора мусора. А ведь дойти до мусорных контейнеров всего несколько метров. Что ж, пора делать работу над ошибками и выходить на субботники. Управление благоустройства созывает всех неравнодушных березняковцев на помощь в уборке городских территорий. Силами горожан улицы планируют привести в порядок. Однако одних березняковцев наедине с мусором, конечно же, никто не бросит. Служба благоустройства при благоприятном погодных условиях выполнит работы по, значит, коррективной обработке территорий парков и скверов и городского кладбища. Акарицидная обработка очень кстати, ведь именно этим летом медики прогнозируют эпидемию клещевого энцефалита. Месячник санитарной уборки городских территорий планируется провести с 6 апреля по 4 мая. Однако апрельской уборкой все не ограничится. Общегородские субботники также назначены на 3 и 4 мая. При хорошей погоде организации и предприятия могут организовать уборку своих территорий гораздо раньше. Служба благоустройства на период проведения субботников выделит технику и инструменты для муниципальных бюджетных учреждений. Если предприятия и организации города тоже выскажут желание самостоятельно организовать уборку городских территорий, мы также им окажем содействие и будем выдавать инструменты и контейнера для сбора мусора. Ну а пока запасайтесь перчатками и терпением, ведь уже совсем скоро снег в городе растает и мусора будет еще больше. Тут и запнуться недолго. Михаил Бондарев, Дмитрий Воронышкин, новости на ТНТ.